Показывать, как же очень легко получить мифик бесплатно. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья. Котик попал на связи, и сегодня у нас выходит новый, замечательный, очень крутой видеоролик, а главное, полезный. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну и также отвечая на часто задаваемый твой вопрос. Как же попасть ко мне в друзья? Тогда переходи в описание, там написано, как же ты можешь попасть ко мне в друзья. Ну что ж, погнали к ролику. Но перед началом этого ролика хотел бы, ребята, вас попросить, давайте же наберем на этом ролике, ну, лайков 220. Как только набираем 220 лайков, так сразу выпускаю новый полезный и интересный видеоролик. Так что не забывай об этом, ну а мы погнали к ролику. В общем, ребят, как вы поняли по названию и по превью, то что я сегодня буду рассказывать, как же очень легко получить мифик бесплатно, а как его же все-таки получить. Погнали к этой теме. В общем, как вы знаете, мифики, у нас есть мифик яйца, с которых выбиваются, в принципе, мифик пчелы. Но мифик яйца добыть, ну, грубо говоря, ну тяжело, чем просто получить бесплатно. Но давайте перейдем к тому способу, как получить бесплатно, потому что как бы мифики яиц у нас, допустим, нету, но мифики все-таки хочется получить. В общем, мы, ребят, фармимся, также когда мы фармимся, и нам иногда попадается рояль желе на полях. Я видел, ты хочешь поиграть со мной. Как это мило с твоей стороны. А это самое главное, нам нужны очень сильно рояль желе. В общем, копите себе рояль желе, когда у вас будет там примерно уровень, наверное, пчел 35-40, тогда вам будет уже мификов намного легче, в принципе, выбивать, потому что у вас будет уже мед, вы будете копить этот мед, и когда у вас, вы будете, наверное, уже на таком уровне фармить, наверное, по 5, по 10, по 15 миллиардов меда, может даже больше, ну и в общем, мы просто берем и закупаемся рояль желе. Конечно же, лучше, ребят, поднакопите, насобирайте лучше, наверное, миллиардиков 20-40, а лучше вот именно 50 или 100 накопить и закупиться. Вот, допустим, ребят, у меня имеется 100, давайте даже меньше, вот у меня, допустим, имеется 30 миллиардов меда. Ну, да, давайте, у меня как будто 30, я покупаю, ребят, на эти 30 миллиардов меда 30 тысяч желе, и потом мы идем и ставим, допустим, вот так вот. То есть нам нужно поставить, смотрите, потому что, ребят, у вас не так уж и много рояль желешек, допустим, да. Мы, получается, берем, ставим, смотрите, тут ставим унтил легендарки, это есть что вот в этой гаечке ставится в настроечках. И берем, получается, находим наши рояль желешечки, то есть где они у нас находятся, ищем. И просто, допустим, ставим на ту пчелу, которая вам особо-то и не нужна. То есть вот, берем, ставим на ненужную пчелу, допустим, в вашем способе, и просто начинаем вот так вот крутить себе легендары. Конечно, вы потеряете очень много времени, наверное, вы будете так стоять минут 20, 10, 30 минут, то есть достаточно долгое время будете стоять, потому что, как вы видите, у нас отнимается максимум, там, ну, максимум будет отниматься у нас по 200 рояль желе с каждого ролла. Ну, и видите, тут по 5, по 70, по 30, по 120, по 30, вот, видите, отнимается, в принципе, немного. И вот так вот стоите и выбиваете, в принципе, очень-очень достаточно долгое время вот так вот мифика. Но вот, чтобы выбить мифик, вот этот способ, это реально очень хороший способ, при том, если у вас очень мало, в принципе, рояль желешек. В моем случае у меня сейчас имеется 128 тысяч. Если у вас настолько много рояль желе, вы просто берете, снимаете эту галочку и ставите унтил мистик, то есть ролл мистика. И говорю сразу, чтобы выбить мифик, по идее, нам нужно потратить около 25 тысяч рояль желе на одну пчелу. Может уйти намного больше, может уйти намного меньше. То есть, как повезет, тут решает только рандом. Давно как-то я еще слышал, когда я играл, только развивался, тоже себе мификов только делал. Многие говорили, американские ютуберы, то, что нужно потратить где-то вот, чтобы выбить точно мифик пчелу, 25 тысяч рояль желе. Скажу, ребят, это
не совсем как бы правда, потому что может отняться хоть и 100, может хоть и 500 тысяч у тебя отняться реджеле, и мифик выпадет, да. То есть вот такая вот тема. Но обычно в таких хороших случаях нужно реально потратить около 25 тысяч. Давайте даже это проверим. Сейчас, мне кажется, может сожрать много. Вот, ребят, чтоб я выбил одну мифик себе пчелу, у меня сожрало 79 тысяч реджеле. Поэтому, ребят, как я вам показывал только что способ, когда мы крутили легендарных пчел, лучше добывать мификов таким способом, способом. Если вы не верите, у меня есть на канале плейлист от Нубада Про, он еще не до конца завершен. Именно так я выбивал себе мификов. То есть я брал, ставил себе вот эту первую, получается, автоджели, да, сеттинг. То есть вот эту настроечку ставил, авто, можно сказать, выбивание легендарок. И выбивал вот таким образом себе много мификов. Потом, когда у меня было уже очень много меда, я просто брал и ставил, мунтил мифик и вот так вот выбивал себе мификов. Ну, только что я 80 потратил, и мне не выпало, ну, то есть выпало точнее. Вот, я потратил теперь, ребят, 29 тысяч, даже можно округлить, это будет 30 тысяч, и мне выпало еще, видите, то есть может намного больше потратиться реаль желе, чтобы выбить себе мифика. И вот еще раз кликаю, и смотрите, в этот раз я потратил почти что, если мы будем округлять, 15 тысяч реаль желе, и выбил себе мифик. То есть вот такая вот, ребята, тема. Юзайте вот именно вот эту тему. То есть вы берете, ставите унтил легендарки и просто стоите по 10, по 20 минут. Да, вы будете отнимать у себя очень много времени, но таким образом вы потратите намного, вот реально намного вы потратите меньше своих реаль желе, чтобы выбить себе мифики. Это, ребят, бесплатный способ. Таким образом многие люди себе выбивают мификов. То есть используйте, наслаждайтесь игрой. На связи был Косик Пау-Пау. Оставайся добрым, будь мудрым. Ну а завтра мы увидимся на новом топовом ролике. Пока-пока.